Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. И мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Двойной или ничего, эпический сундук. Плюс 500 карточек, 100 тысяч золота и 700 камней. И все это за 690 рублей. Ну да, кстати, ценник был 1390. Соблазн просто опупенительный. Ребята, 500 карточек, это... Но 690 рублей. Да. Ладно, ребятушки, мы-то с вами едем дальше. Так, забираем карточки. О, тут у меня готов сундучок, оказывается, давно. Сундук друзей называется, и что же мне из него выпадет? О, шикарно. 59 карточек этого, как его там, урагана Дуя, я не знаю, как назвать. Я же не помню точно, как он называется. Ну что, собираем дальше подарочки. Сделать, естественно, подарочки всем. И собрать еще два остальных подарочка. Отлично все. Так, ребятушки, смотрим дальше. Что у нас там по армии? Мы можем улучшить. Ага. Как же тебя звать-то? А, бог ветра, ребят, конечно же. Конечно же, это бог ветра, елки-палки. Он у меня получает вторую звезду. Это очень даже неплохо. Так, также мы здесь кого-то сможем. Ах, вот оно что. Копьеносец у меня может развиться. Третью звезду, что ли, получает, да? Точно, ребята, третья звезда, и это очень даже хорошо. Я ей практически никогда не пользовался. Может, когда-нибудь она созреет все-таки для моего отряда. Заходим, ребята, в магазин. Тут бесплатно можно. Одну карточку мы с вами сделали. И смотрим, что тут. Что тут еще доступно. Это очень больно много тут надо. Тут тоже много. Да, многовато тут для остального всего надо. Так, по квестам забираем, забираем, забираем. Пока все. Отлично. Так, по тренировке, естественно, ребята, здесь возвращаем. Здесь тоже забираем. И также сразу же их и отправляем. Так, в процессе тренировки. Так, подожди, мне же нужно вот. Что вы меня с панталыги, блин, сбиваете? Так, аренушка. Аренушка у нас, это, конечно, хорошо. Ежедневные испытания. Ну, я думаю, мы с вами будем проходить дальше основную сюжетную линию. Так, в бой. Где мы с вами остановились? Ага, вот здесь, значит. Ну что же, продолжаем. 35 уровень. Оу, какие же здесь злобные вот эти вот убийцы. Не знаю, сможем ли мы хорошо здесь сделать отпор врагам, но мы постараемся, согласитесь, да? Выбора-то у нас все равно нету. Но он быстро ходит. И очень больно. Эй, забыл. Конечно же, ребят, надо... Ай-яй-яй, непростительно-то как было сейчас. Давай быстрее. Вот я потерял время-то на это все. Вот он идет. Сейчас в инвиз уйдет, да? И по базе моей начнет бомбить. Успел, нет? Нет, по-моему, не успел. Он ударить, ребята. И, как говорится, нам повезло. В этом плане. Так, давай выходи. Вот тем и опасны эти воры. Это, знаете, как оборотень, который перепрыгивает. Только здесь он, видите, оп, в инвизи идет. Стреляем. Нет, должны мы здесь победить. Да, причем довольно хорошо, быстро и легко. Без сучка и задоринки. Продолжаем с вами. Так, открывается у нас следующее. И здесь... Ну, в принципе, то же самое, только добавляется еще крестьянин, которого мы также будем быстренько нахлобучивать. Правда, он будет нам накапать на нервы, на мозги, благодаря тому, что он очень дешевый, и вот именно этим, что он быстро будет выходить. Ну и быстро будет отгребать, естественно. Вот, выходит, да что ж такое-то, а? Сейчас еще ворюга пойдет, ну, не ворюга, а этот бандит, так его назовем. Да, вот он выходит. Так, в инвиз он ушел. Мы его поймаем? Поймали. Отлично. Так, денежка куда полетела? Так, вызываем цаплю. Цапля это тоже очень хорошо, ребят. Так что, да, тем более она у нас прокачанная. Ох, как она будет жарить. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо, ворд. Как он так умудряется проходить? О, карточка его досталась. Отлично. Ну, здесь мы, чувствую, тоже, ребят, на изи проходим. Будет все сложно, когда у нас где-то на последних вот этих вот парах будем доходить. Там уже будет сложновато. То есть раз, два, три, четыре, пять. Вот на пятом будет сложно, потому что там еще будет добавляться уже как обычно босс. А, нет, смотрите, ребята, здесь еще вот этот вот маг-колдун, как его звать-то? Да, маг? Ай-яй-яй-яй, колдун. Что же он делает? Я не помню, ребята.
Но, по-моему, он жарит огнем и довольно больно. Сейчас мы это с вами прочувствуем на собственной шкуре. Так, давай быстренько. Блин, тут теперь мало того, что от этого ассасина надо подвоха ждать, так еще и маг этот будет тут бомбить нас. Да-да-да, именно. Вот, вот он, ассасинушка пошел. Так, он в инвиз ушел. Мы должны его поймать. Ну, давай, отлично, все. Далеко не убежал. Так, сейчас пойдут, чувствую, маги, ребята. Чувствую, пойдут маги. Вон они, вон они. Да, ребята, он... Нет, он молнией, да, молнией. Я почему-то думал огнем, но нет. Ошибся. Ну, тоже все равно мало приятного, согласитесь. Воу, ты куда это пошел там, ассасинушка, а? Роднулечка, ты куда это там собрался? Втихушечку, главное. Давай-ка фаербольчик, наверное, зарядим. Бам, готово, ребята. Изейше проходим пока. Но это пока. Так, еще откроем следующую локу. И, по-моему, ребята, у меня там энергия закончилась, да, если не ошибаюсь. Придется нам переходить вот на этих ребят. Но как-то они... Как-то они здесь немножечко хандрят. Я вот не знаю, справимся ли мы. Ну, будем смотреть, пытаться. Я уже не помню, как там энергию-то восстановить можно. Ведь можно же как-то. Ух, ну-ка. Давай тут будем как-то давать шороху им, я не знаю. Танкуля у меня 200, это минимум цена у него. Угу. Погнала жаба. Ну, с этим мы справимся. Так, ага, лечка. Здесь лечка будет, вот оно что. Хорошо, я надеюсь, мы тут справимся все-таки. Сейчас еще ассасин пойдет, стопудово вам говорю. Смотри, как она хилит. Блин, хилит-то причем довольно нехило. Оу. А ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Так, погоди-ка, как-то меня не устраивает. Почему у них разбойник так мало получил дамага? С какого вдруг перепуга? От моей спецвозможности причем, ребят. Очень интересно. Ладно, будем тогда мы пользоваться с вами лучниками. Лучники, как видите, нормуль так делают. Хорошо бомбят. Так, денежку обязательно поднимем. Надо еще одного танкулю вызвать. Тихо, 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 не буянь. Вот, молодец, жаба боевая. Накумарила его. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Так, ну, расстреливаем. Все, отлично. Слушайте, а разве не в этой пачке у меня оборотень был? По-моему, же в этой. Или я его убрал там специально для какого-то задания. Что-то не помню, ребят. Так, опа, опа, опачки. Тихо, 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 не надо, не надо буянить. Ассасинушка, успокойся там. Расхлобучился, блин. Идет, как-то я его прозевакал так. Успели? Вроде бы успели, ребят. Да, все, отлично, на три чистоганом прошли, ребята. И у нас последняя здесь тусовочка. Оу, Гектор, да, Ликторн, король. Помните, да, из Мишки Гамми? Черт подери, 37 уровень, 37 уровень ассасина. Ёпрос, это 35 хила. 30... О, я даже, ребята, и не знаю. Вот честно скажу, не знаю, сможем ли мы здесь победить. Вот этот вот чувачила, такой мощнявый. Уху-ху-ху-ху-ху. Так, ну-ка давай-ка мы попробуем, может быть, заменить вместо зомби. Поставить... А кого мы можем вместо зомби? Неплохо было бы влепить паладина, в принципе. Так, вот наш состав. А можем ли мы его вообще сюда воткнуть? Давай вот, например, уберем зомби и вот нам кого дают. Поставить, смотрим. Ничего хорошего не вижу, ребят, вообще. Вообще ничего хорошего нету. Ересь какая-то. Слушайте, может быть, самурая поставить, а? Самурай 36 уровня. Хм. Довольно неплохая затея. Он и сильный. Как бы. И у него добивающая, если что, даже неплохая форма. Он начинает махать мечом. Как говорится, предсмертный взмах. Ладно, попробуем, ребятушки. Ничего. И нет, лучника, наверное, мы оставим. Но как-то у меня все танки, танки, танки и лучник. Черт с ним, была не была, ребята, поехали. Лучник нам здесь пригодится против кого? Ну, например, против тех же самых хилов, чтобы их доставать издалека.
А будет ли толку-то от этого? Они же все равно там будут кого-то хилить. Ладно, посмотрим. Смотрите, какая картинка сзади. Замок. Прикольно. Дождик такой. А, нет, какой дождик? Это стрелы летят, а не дождик. Ой, блин. Так, тихо, тихо. Куда ты там? Давай сделаем так. Успеем? Нет, наверное, не успеем. Ни шишарики мы с вами. Вот, вышел у меня этот. Да хорош. Нет, пройдет все-таки, а? Ты посмотри. Ай, ребята. Черт бы его побрал, этого, блин, ассасина. Ну, вы сами прекрасно видели, у него 37 уровень. Жесть. Это довольно серьезный противничек-то. Так, он упал. Ладно, мы, главное, двигаемся с вами дальше. И у нас все шансы, ребят, здесь на победу. Конечно, не сухую, не в чистую, но есть. Бомбим. Как видели, как ассасин просто положил двоих моих этих лучников сейчас только что. Просто так, невзначай. Чикнул ножичком и все. Так, ладно. Вот он, блин, и вышел этот Икторн. Ядрено, вот сейчас будет всех кромсать у меня здесь. Ай-яй-яй, это печалька, это плохо. Это очень плохо. Мне нужно тоже вызывать тогда свою барышню там, мне кажется. Давай, выходи, роднуля моя. Пора показать себя во всей красе. Здесь-то этот чувак не пройдет однозначно против танка. Он там, куда он? Штаны наложит, прежде чем его пробьет. А этот, смотрите-ка, пробивает. Но, ребят, у него ХП очень мало, поэтому придется ему просто упасть сейчас. Да. О, карточку дали мне. Хорошо, отлично. Куда этот ассасин все прет? Я не понимаю. Ну, смотрите, как он чикает, а? Очень больно бьет. Да, конечно, мы здесь победили, но жалко, что... позволили все-таки этому бандиту разок ударить по нашей базе. Меня это, конечно, немножко расстраивает. Ну, ладно. Ничего, потом, если что, мы с вами переиграем. Так, сундук подданных. И что же нам отсюда достанется? 8 карточек Икторна, короля этого. Так, 8 карточек рыцаря. И еще там каких-то карточек. Я уже не помню, как его там величать-то по имени и отчеству. Ну что же, переходим с вами сюда. Ну, здесь, ребят, как обычно, все на изи, потому что здесь самые начальные уровни, и, в принципе, особо заморачиваться не стоит. Ну-ка, ся. Давай увеличивать. Там у нас охламоны пойдут, да, вначале? Так, я думаю, что самурая здесь хватит для начала, для разогрева, так скажем. Ну, где? Я не вижу никого. Эй, выходите, кто в домике? Я пришел вас покарать. Ах, ты, не понял. Че, он уже прокачанный у них, что ли, здесь танк? Это, блин, на первом-то уровне сразу прокачанный танк, да вы издеваетесь. Да быть этого не может, ребят. Ну, точно, ребят, я вам говорю, он прокачанный. Я даже боюсь, что у него и уровень там офигенный. А ну-ка иди сюда, посмотрим, из чего вы там сделаны. Этих мы положили моментально, это хорошо, в принципе. О, самурай мой разухарился. Ну, это предсмертный его крик был только что души. Слушайте, ну это жесть какая-то. Смотрите-ка, что происходит. И это первый только уровень. Прикол, конечно, тут ничего сказать не могу. Ладно. Так, если сейчас кто-нибудь выйдет, я его засосу сразу же. Не пришлось, не успел. Так, тут, ребята, как-то уж больно жестко-то, а? Ну, давай продолжение. Сколько там? Я не обратил внимания, какие у них уровни. Вот в чем проблема. 37 и 36, ребят. Ну, понятно. Ты посмотри, он уже тут трехзвездочный. Такой же, как у меня. Плюс у них вот этот стрелок. Тоже 3 звезды. И вот новый этот. Я уже не помню, кто он такой. И с чем его едят. Тритон. Медленный, уязвимый боец. Защищает соратников щитом. Щитом, значит. Блин, тут даже не знаю. Лучница. Ну, фиг с ним, ребят. Давайте попробуем, может быть, все-таки как-то осилим. Ну, боюсь, что дальше там будет просто полная борода. Будут настолько сильные противники, что нам делать нечего. Тогда мы сделаем с вами проще, мы пойдем просто на арену, да и все. И скажем, мы в дамках с вами, все. Нас не трогать, мы будем бить малышей. Так, кого взять-то, я даже не знаю. Будем, да-да-да, я так и думал, что он сейчас вызовет этого хламона. У нас нет выбора, мы вызываем этого самурая, блин. Так, ну наш самурай... Оу, да-да-да, конечно же. Тут мы с вами сейчас по полной программе, по-моему, отгребем. Ну давай ты, во.
Что это? Что это с чувачком? Что это он там бедный потерялся аж? Куда-то отвернулся. Щитом, да? Он, по-моему, щит накладывает. Да-да, ребята, он накладывает дополнительный щит. То есть защиту. Это плохо. Так, дайте-ка мне вызвать мою великаншу. Пока он тут делов не наделал каких-нибудь, а? Давай, пошли сжечь их всех тут к ядрене фени. И вот так вот мы еще их сюда примагнитим, малька. Вот так вот, чтобы не мешались. Нормуль. Так, продолжаем сжечь. Что-то как-то слабенько ты жгешь-то у меня, эй, красотка. Давай по-нормальному жги, не придуряйся. Так, квест завершен, алчность. Не знаю, в честь чего такой квест нам дали. Алчность. Ну, базу-то мы должны порвать, ядрёна ваша. Давай, отлично. Справились мои хламоны. Молодцы, хвалю их. И причем на 3 звезды все прошли. Замечательно, в сухую. И открывается у нас следующая. У нас хоть энергия-то там есть для следующей-то? Нету. Фу, да тут лошпенчики как раз-то, ребятушки. Ха-ха, лошпенчики. Слушайте, как можно пополнить, блин, энергию? Что-то как-то уж больно быстро она у нас заканчивается здесь. Так, квесты. Здесь мы завершаем. Как энергию-то, ядрёна вож, восполнить? А? Что-то я не помню, как ее, блин, восполнить-то. Слушайте, арена. Что у нас там на арене происходит вообще? Найден противник. Найден противник. А здесь тоже нужна энергия или нет? Ну-ка попробуем. Ага, вот, значит, восполнить 25 самоцветов. А у меня хоть есть только 25 самоцветов, чтобы восполнять? У меня, оу, у меня тут не только 25, у меня охренеть сколько. Поэтому я думаю, что оно того стоит. Так, ну-ка давай, предположим, в бой. Восполнить энергию, вот так вот. Только мы не сюда пойдем с вами, а вот сюда. Так, погнали. Может этих взять все-таки? Так, что это у нас? Подожди ты, ё-моё, у нас все это арена. Мне нужно... Вот, вот, что мне нужно. Так, погнали, ребят. Да что... А, погоди-ка, я не понял, я же вроде восстановил или нет. Так, в бой, восполнить. Все, отлично. А, это для каждого отряда по 25 надо. Все, понятно, поехали. Продолжить, конечно же. Так, копится энергия моя. Что там за чипиздрик какой-то, креветка плавает там, пучеглазая. Так, ну, для начала вызываем Франкенштейна обязательно. Потом прикрывать его. Так, а вот этот вот, кстати, хреновенький чувачок. Он, по-моему, бьется. Что-то отталкивает, если я не ошибаюсь. Да-да-да, вот так вот он и делает. А, здесь провалим их. Но сейчас им стоит только своего танка вызвать, и он тут начнет нахлобучивать моих солдатиков. Но у меня есть фаербол. Бам! Да, базенка прокачанная, фаербол мощный, поэтому, как видите, все замечательно прошло. Ну что, предпоследний бой у нас, и кто? Ох ты, а это еще кто такой? Так, хищниц. Хищниц. Быстрый боец, нападающий на первого попавшегося врага. Зашибись. Хищниц. 38 уровня у нас этот хищниц. Ой, думаю, будет бобо сейчас. Нам, конечно же. Так, ладно, поехали. Так, квест завершен, тактик. Ясно, хорошо. Будем знать, что квест тактик у нас завершен. О-о-о-о-о-о-о, вышел. Тихо. Да давай, Франки, выходи. Что такое? Забьем, не забьем этого говнюка. 38 уровня, как-никак, этот чепушила-то был. Да что ж ты будешь делать-то, а? Эй! Ну-ка. Он базу бьет. Блин, ну ребята нашу базу бьет. Цапля, ну ты дура, а? Я не знаю, прям стоит как это. А он между ног у нее прополз, блин. И давай там по моей базе бомбить. Гаденыш. Да получите вы фаерболом в репу себе. Ой, цапля, как же ты меня расстроил, а? В этом плане. Куда ты опять там? А, все, забомбили. Отлично. Но, опять же, не в сухую, ребят. Ну что же, последняя у нас здесь стычка. И здесь, блин, мегамозг, ё-моё. Все на... Нет, не все. Блин, ну будет тяжело.
Будет тяжело, но будем бороться, ребята. А что нам еще делать? Бороться и все. Больше ничего. Нет выбора у нас. Так, понеслась, понеслась. Давай, кого? Наверное, начнем с Франкенштейна. Пускай Франк идет. Я знаю, что это Чепушила выпрыг... Ах, тут же этот. Вот этот уже, ребята, посерьезнее противник. Блин, ну, конечно же, попрыгун. И куда же без него-то? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как-то я не ожидал, ребят, что... Хорош, что успокойся. Распилили его нафиг. Так, вот эту карточку заберем обязательно. Так, фаербол. Я не понял, а что там такое-то? Предупреждение какое-то было. Но никого там не оказалось. Так, давайте до пяти карточки раскачаем, потому что... Как-то он даже не успел, ребята, босса вызвать. А стопудово хотел. Мегамозг-то как же здесь? Он же рулит. Ну что же, открываем сундук захватчика и получаем с вами что? Ну... Так, 10 карточек боевой жабы плюс деньги и звезда смерти 7 штук. Передвигаемся дальше. Это у нас нефритовые, по-моему, края, да, если я не ошибаюсь. Ладно, поехали с вами. И тут у нас, да ядреного, что ж такое-то? На 3 звезды и 37 уровень. Ладно, а я все своим маленьким 36 уровнем здесь пытаюсь что-то ножками барахтать. Ну, вроде бы пока неплохо барахтаю. Оу-оу-оу, тихо, да как же ты так быстро? Ну-ка, выкуси-ка. Да, моя пила еще даст фору, блин. Вот так вот, блин, разбомбил, а, гаденыш. На, получи. Что ты там? А, кстати, откуда у нас идет, ребята, отхил? Я что-то никак не могу понять. У нас какой-то идет подхил постепенно. Я вот смотрю, при ударе там или еще что-нибудь. Идет подхил, и все, хоть ты тресни. Ну, давай, порвем. О, карточка тигра... Эй-эй-эй, где? Не вижу, вот. Вот, успел схватить. Нормуль, давай-ка фаербол. Все, порвали. Так, монетки, 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 монетки. Эть, успел вырвать. Так, ну здесь на изи прошли. Тем более в сухую. Продолжаем. Так, энергия так у нас есть там или нету? Так, еще есть одна энергия. А, нефритовый пес, да? А, пес храма. Почему мне все нефритовый? Там нефритовый боец. Это каменный голем, ё-моё, я... Всю, как в голове застрял у меня этот нефрит, нефрит. Теперь у меня все нефритовые, блин. Так, ну, кто там? Кто пойдет? Кто первый, ё-моё? Давай, Франки. Наверное, пора тебе в путь дорожку собираться. И следом... Что там? Ага, пес храма, да? Ладно. Пес храма у нас умеет делать что? Испуг. Обращать обратно мою армию. То есть она может пойти... Развернуться и уйти, как говорится. Это вот у него такой спецудар, спецвозможность. А я вот так вот, баем, фаерболом. И добиваем, наверное, ребята, базенку. Блин, не получилось добить. Не получилось, но сейчас вот. Ну, давай, давай, прожми, прожми. Есть. Так, карточка, иди ко мне. Далеко ли ты собрался улетать? Ну что же, здесь все отлично. Жалко, конечно, что у нас энергия кончилась на этом отряде. Мне этот отрядик очень-очень нравится. Но у нас есть еще вот этот вот. Поэтому будем рулить им. Кстати, вот этот дедушка тоже неплохой. Это Ронин, уязвимый, смертоносный боец. Атакует время от времени, чтобы нанести смертельный удар. Да, еще тот дедок, зловредный такой. Ух, ну сейчас будем его немножко проучивать. Слушайте, мне надо получить уровень, в конце концов. Там совсем немножко осталось мне опыт это получить. Я же прекрасно видел, смотрел. Сколько там? Ну, еще боев 10. Может быть, надо почаще... Эй, давай-ка вот так, боевую жабу. Ох, сейчас, смотрите, сейчас что будет. Хлесткие такие удары. Но все равно... Смотри-ка, блин, ты смотри, он жабу завалил. Он завалил жабу. Вот так Ронин, ребята. Вот это да, это не шуточный боец, блин. Ой, еще и это вышла фигня. Блин, давай быстрее. Я не знаю, кого тут надо выставлять, чтобы здесь можно было бы победить. Так, Ронин, тигр. Ёкаламане. Так, лучника, давай лучника быстрее. Да ладно тебе. Давай эти карточки все забираем. Все. Слушай, ну этот Ронин действительно, ну достал уже. Он мало того, что он очень быстро двигается, он еще и очень больно-больно бьется. Я бы сказал, не прям смертельно бьется. Так, давай, 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 мне вот нужен танкуля мой, танк нужен, ну, давай. А, вот, вышел. Слушайте, ну, эти космические, конечно, пришельцы, они очень, блин, дорого стоят. Очень дорого, как по мне. 350 за танка, ну, не знаю, прям.
Что в нем такого? Ну да, он сильный, но не настолько же, что прям стоит такие суммы. Давай, самурайшка, выходи. Но он зато держит удар, ребят. Вот посмотрите сами, он довольно крепкий, малый. Плюс еще отталкивает. В общем, хорош. Ничего сказать не могу против. По сравнению с той же самой боевой жабой, это, конечно, небо и земля. Хотя боевая жаба — это не танк, это обычный рядовой боец у пришельцев. Причем ближнего боя. Так, вот Ронин отдыхает. В принципе, сейчас, ребята, мы и порвем базенку. Да, тут осталось ей жить совсем немножко. Она уже горит, трещит, хрустит и, в конце концов, пала перед моим войском. Слушайте, ну дальше будет только сложнее. Угу. Мы, интересно, успеем? Да должны успеть пройти, но, опять же, не... Ой, только не ниндзи, блин, ну только не ниндзи. Посмотрите, тигр 39 уровня, а ниндзя 38-го. Ну и куда, интересно, как они так делают, а? Я же такой маленький, блин, по уровню и по всему, и они против меня таких этих ставят, мощных ребят, солдат. Прям, блин, какое-то на выживание, ё-моё, блин, уровни, а не в наслаждение. Как хочешь, так и выживай, называется. Так, ладно, выпускаем своего самурая. Давайте еще немножко энергии подкопим. И потом, что потом? Потом ничего, ребята. Потом надо вызывать танка в обязательном просто порядке, если мы хотим дальше как-то выживать здесь. Да, да-да-да, конечно. Ну-ка, давай так вот попробуем. Да что такое, иди отсюда. Я говорю, продолжи, что за ересь тут влазит еще. Ни с того, ни с сего. Так, жаба боевая, пора на выход тебе, блин. Так, заморозка. Есть. Хоть какая-то небольшая фора, ребят. Ты посмотри, посмотри, это самурайка там наяривает своими звездочками, а? Охламонище. Ну, давай. Чу-чу-чу-чу-чу, строчит, строчит, как из пулемета, блин. Жесть, даже танк здесь, ребят, не справляется мой. Ага, все, пробили. А ну-ка давай ураганчик этот вызовем. Все обратно в домик. И там же и загнете сейчас у меня. Давай прожимаем их. Вот прям здесь, не даем им разгуляться. Лучики мои жарят. Отлично, пока хорошо все, ребята. Есть шанс у нас пройти здесь в чистую. Ну, насчет следующего уровня под большим вопросом. Потому что там уже будет у нас босс. А босс у них кто там? Какой-то нефритовый хмырь, по-моему, да? А, этот, по-моему, бог ветра, если не ошибаюсь. А я вообще-то могу и ошибаться. Сейчас увидим. Вот, и кто у нас здесь? А, нет, ребят, здесь у нас богиня солнца. Угу. 39 уровня. Ой, ё-моё, Ронин, блин. Ох, вот здесь вот, наверное, ребята, мы в тупик-то с вами и зайдем. Ну это невозможно, Ронин 39 уровня, он просто один может сейчас всех моих ложить. Любого, хоть танка, хоть хиранка. Ему пофиг, ребят, кого валить, честно говоря. Не знаю, блин, как против него бороться здесь. Вообще ничего в голову не приходит. Вот, он начинает именно с него, ребят. Естественно, с него, с кого ему еще начинать. Смотрите, что сейчас будет происходить и как это будет происходить. Так. Ну, жесть, просто рвет. Нахлобучивает. Так, давай мы вот так вот сделаем, наверное, с вами. Немножко здоровьем подтрепаем. Воу. Хе-хе-хе. Спецудар сработал. Только я не знаю чей, но он, короче, убежал. Испугался, очканул. Да ладно, он уже вызвал свою богиню солнца. Вы представляете, ребята, как он успел накопить. Ладно, давайте тоже вызовем тогда. Что мне это, правда, даст? Сейчас ее расколбасят, чувствую. Жарь, 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 жарь. Давай, 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 давай. Лучник, выбегай. Где, блин? Я что-то не понял. А что произошло-то? Эй! Как так быстро ее нахлобучили-то? Эй, эй, эй. Не, ну я так не играю, ребят. Я так не играю. Ну это жесть была сейчас только что. Да как он так успевает армию такую наплодить-то? Ё-моё, а? Что за дела-то? Да. Да тут ничего вообще не спасет, ребят. Ну нафиг, ты посмотри. Ну давай возродимся, хрен с ним. Я все равно должен победить здесь.
Во что бы то ни стало. Идите вы в баню. Какой ящик добавлен еще, блин? Иди со своим ящиком. Откройте ящик, откройте его. Ничего не хочу я открывать сейчас. Вообще сейчас не до этого, на самом деле. Мне нужно тут с врагами, блин, драться. Он мне ящики какие-то предлагает открывать. Ну, да ёпрасоте, ну что ты... Танкуля, выходи. Не-не-не-не-не. Тут, походу, дело вообще бесполезняк какой-то. Так, тихо-тихо, ураганчик. Вот. Вот так вот, может быть, еще что-нибудь получится. Может быть, что-нибудь. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, опять же. Так, Ронин упал. Тигр. Тигра надо завалить. Да чтоб тебе танк упал, да, у меня? Упал у меня танкуля, и это плохо. Так, нет, смотрите, вот лучницы, в принципе, неплохо. Но они такие ватные, что их сразу же просто чикают на месте. Давай, Ронин слег. Так, надо мне... Мне надо, ребята, знаете что? Богиню вызывать, блин. И желательно быстрее. Ага. Так, ну давай-ка вот так вот мы их всех притянем. Что-нибудь это мне даст? Это мне ничего не дает ровным счетом. Все равно отгребу сейчас. Давай, 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 богиня. Все, богиню мы вызвали, но... Чем мы ее будем прикрывать? Лучник сейчас упадет. Оу, щит! А вот это было нечестно, ребята, я считаю. Вот это было нечестно, потому что он сделал свой спецудар. Это тигр при смерти вызывает огненного фантома, так скажем, да, который просто пролетает и сжигает там все на своем пути. Причем с такой офигенной вероятностью он его выпустил именно тогда, когда я вызвал своего босса, блин. Офигеть. Ну, конечно же, тут все просчитано, прогадано. Как только... Ну вот, смотрите, опять выпустил, а? Ну, что ты будешь делать? Да сдохни ты уже, а в конце-то концов достал, в самом деле. Где, где у меня все? Давай, ну, пробей, пробей. О-о-о, разогнался он. Давай, нахлобучивай, нахлобучивай. Я знаю, что в этой... В стазисе неуязвим просто-напросто. Ага. Так, мне нужна следующая волна, ребята. Следующая волна. Давай, засосывай. Засасывай. К ядрене фени. Так, и вызываем опять же богиню свою. Так, да, жесткий довольно такой уровень, согласитесь. Ну, фух, повезло. Так, вот теперь главное, ребята, спама наделать, чтобы моя богиня могла их жарить издалека, в то время как они будут тут спам разбирать. Ну, что-то как-то неудачно у нас получается все. Хотя, если с танком, может быть... Так, иди сюда. С танком, может быть, дела будут полегче. Но пока он там допрет, он еле идет. Он штаны наложил, по ходу дела. Так, ну, мы уже к базе подошли. И все, ребят, наверное, тут уже мы победим с вами, да. Сейчас мы вот так вот сделаем. Да, слушайте, скорее всего, победа будет за нами здесь. И это хорошо, она далась нам нелегко. Я, сами видели, прекрасно, даже пришлось мне кристаллики потратить. Фух, я тогда не знаю, что там будет в дальнейшем. 40-й уровень против меня, да, попрут? Не удивлен я не буду. Ну, что нам здесь достанется? Так, вот они, нефритовые, да, по-моему? Посмотреть хотел. Нажал, не успел даже глянуть. Так, ага, ага, вот, 39 уровня крестьянин, но 39 уровня паладины — это перебор уже, поверьте мне. Паладины 39 уровня — это хуже, чем ронины. Почему, вы спросите? Ну, потому что у них святой удар. Да какого лешего ты так быстро вышел-то, эй, говнюк мелкий. Так, ну они ватные, это хорошо. С ними мы справимся. Ну, сейчас пойдут вот эти вот паладины. Блин, уже идут. Вот тут уже, блин, серьезно. Ты посмотри, как они прожучивают, так скажем. И пофиг им на все. Да иди ты, крестьянское отродье, отсюда, а. Дайте мне танка. Мне нужен танк, срочно, ребята, танк нужен. Все, и давай вот так вот попробуем сделать. Пробили. Так, карточка крестьянина. Ладно, сгодится для чего-нибудь, когда-нибудь. Ну, падает уже паладин, ё-моё, а. Паладин, паладин. Как там? У нас 1000 Т1. Ну, я не понял, кто там? А откуда щиты-то у него взялись? Я не врубился, ребят. Это какой хмырь там еще щиты вешает? Крестьяне, что ли, научились делать такое? Ты посмотри, а. Я правда говорю, щиты вон кто-то вешает. Нафиг их.
быстрее всех в расход пускать. Ну, упал, отлично. Так, добиваем это нафиг ихнюю колокольню, чтобы глаза мне не мозолило. Давай ураганчик еще. Вот так, хорошечно. Ну, будем сжечь или нет ихнюю циркушку эту. Ну, циркушку-то, колокольня, или как ее там назвать. Все, башенку ихнюю, короче. Так, прошли. И у нас, по-моему, еще есть энергия, поэтому... Фух, 38-39, блин, ну только не хватало еще копеносца здесь. Ладно. Мы, ребята, не робкие, будем сопротивляться как можем. Поехали. Так. Ну, расстояние не такое, конечно, большое, но, тем не менее, есть. Кто сейчас? Начнут, наверное, крестьянин, как всегда. Одни нападать на нас. Нет, он начал... Ой, и копьеносец. Ёлки-палки. Ай, это все очень-очень больно, ребята. Да вы посмотрите, что... Откуда у крестьянина вдруг появился щит? Я до сих пор вот этого не могу никак понять. С чего вдруг у него щит-то берется? Так, хорош тут уже выделываться, а? Достали, на самом деле. Так, карточка. Карточка нам пригодится. Я что-то не пойму, что там происходит? Что за заваруха? Что, разобраться уже не можем, что ли, с ними там? Давай жгем, бомбим. По чернаку всех. Без пощады. Так. Паладина, конечно, надо в первую очередь бомбить. Еще одного танка вызовем на всякий случай, ребята. Чем больше у нас жирных монстров, тем лучше для нас. Так. А ну-ка давай еще разок вот так вот зафигачим. А? Не нравится им. А мне нравится. Очень хорошо получается. Так, еще вышел один. Я думаю, что пора вызывать богиню света. Солнце или как ее там. Не имеет значения. В общем, ее вызывать нам нужно в любом случае. Самурай мой там в истерику впал. Начинает бомбить. Заморозка. Ну, выходите. Где? Где монстры? Эть! Пока, родной. Постойка в заморозочке. Хотя, по-моему, заморозка на них не повлияла. Все, жгем. Да, ребята, отлично у нас получилось. Так, новый... О, новый уровень, ребята, 37-й. Ну, неужели? Так, максимальная энергия 55 тысяч голды. Шикарно. Так, что это такое? Горячая акция, 5 тысяч камней плюс 5 тысяч бесплатно. Нет, спасибо. Офигеть, тут расценки, конечно. Так, за квест мы, ребята, сделаем запрос. Отлично. Так, уровень, да, я могу поднять. Да, всем по одному буквально. Так. Здесь. И здесь тоже. Но все равно враг меня сильнее, ребят. У него там идут 38 уровни, а я только лишь 37 получил. Ага, хорошо. Так, давай, улучшайся. Так, Франки мой улучшился, тигр и база. Да, ну это еще не все, ребят. Тут же у меня еще есть один отрядик. Пускай он маленький, слабенький, но он есть. Это вот этот вот. Вот, кстати, тут и герцог у нас. Не может быть выше уровня игрока. А, ну я понял. Я, в принципе, как бы и не настаивал. Так, 37 уровень у нас паладина. Кстати, вот паладина надо будет и взять, скорее всего. Так, здесь тоже улучшаем. И здесь. Ну, давай. Ой, и все, и кончились деньги. Довольно быстро все это пролетело. Вроде казалось, так много деньжат у тебя, а на самом деле... И ни шиша и нету. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этой ноте, пожалуй, завершим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии, если, конечно, вам эта игра вообще нравится. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи!